Председатель правительства Дагестана посетил основные объекты, у которых развернутся юбилейные торжества. Это стадион Нарын-Кала и музей-домик Петра I в Дербенте. Осмотрел улицы имени Гейдара Алиева и Артака Апы. Абдусамат Гамидов дал указание завершить все работы не только в установленный срок, но и сделать это качественно. В этот день на «Цитадель» прибыло руководство спортшколы по вольной борьбе Олимпийского резерва имени Гамида Гамидова, тренерско-преподавательский состав и юные спортсмены, всего около 150 человек. Премьер-министр призвал жителей города не оставаться в стороне и совместными силами сделать все, чтобы празднование 2000-летия прошло на самом высоком уровне.